Часы, вытесанные из камня. Часы, созданные для экстрима. Часы, в которых есть все для походного образа жизни. Так Casio представляет серию Big Case G-Shock. Младшие представители серии обладают грубоватым, но стильным дизайном. А такие функции, как таймер с обратным отсчетом, секундомер или автоматическая настройка часов пригодятся всем любителям активной жизни. Фишка всех G-Shock – пресловутая неубиваемость. В моделях GA это реализуется тремя путями – ударопрочность, водонепроницаемость, устойчивость к воздействию магнитного поля. Ударопрочность достигается благодаря комбинации полой структуры корпуса, уменьшающей воздействие силы удара на внутренние элементы, и специальным амортизирующим материалом, которыми покрыты внутренние детали часов. Дополнительную противоударную защиту обеспечивает и резиновая окантовка, предохраняющая кнопки и минеральное стекло от прямого удара. Степень защиты часов от воды соответствует пятому разряду, что позволяет нырять на глубины, где давление не превышает 20 бар. Ремешок часов полимерный, но в отличие от более престижного и дорогого кожаного, лучше переносит механические воздействия и пребывание под водой. Часы оснащены защитой от магнитного поля, они всегда будут показывать точное время и работать без сбоев даже в окружении большого количества электрических приборов. Дизайн серии Big Case соответствует названию. Большой циферблат и встроенные в него детали под толстым стеклом образуют необычный трехмерный облик. Кстати, именно расположение всех элементов на циферблате и отличаются модели. Теперь немного теории, чтобы разобраться в моделях. Буква GA – это принадлежность часов к серии Big Case. Следующие три цифры – модель. Цвет ремешка и внешней отделки можно определить по первой цифре третьем блоке названия. А все оставшиеся буквы и цифры – это вариации цветового оформления дисплея. И с выбором цветов проблем не будет, здесь найдется тон под любую одежду. Не последнее место занимает и функциональность моделей. Давайте посмотрим на циферблат. Кварцевый механизм вращает две алюминиевые стрелки. На отметках цифры отсутствуют, что уже привычно для моделей спортивного стиля. Зато здесь есть два небольших цифровых дисплея. На первом – информация о текущем времени. Можно установить 24- или 12-часовой формат. Настроить текущее время очень просто. Нужно только выбрать соответствующий часовой пояс, а часы установят время автоматически. Есть здесь и функции мирового времени. В любой момент можно узнать, который час в конкретном городе. В часах предустановлено 29 часовых поясов. На втором дисплее отображается текущая дата. Также в этих моделях установлен автоматический календарь. В часах можно установить ежедневный сигнал, который будет служить или будильником, или напоминанием о важном деле. Модели имеют 5 независимых сигналов. Встроенные секундомеры и таймер обратного отсчета пригодятся во время спортивных тренировок с чередующимися нагрузками или в повседневной жизни для измерения отрезков времени. Кроме того, с помощью этих часов можно измерять и среднюю скорость движения на определенной дистанции. Просто не поленитесь почитать инструкцию. Управлять всеми настройками удобно. Кнопки широкие, прорезиненная поверхность позволяет легко их нажимать даже мокрыми руками. А еще нам очень понравилась автоматическая подсветка. Достаточно повернуть руку к себе, и она включится. Также на циферблат нанесена флуоресцентная окраска, которая светится в темноте. В качестве вывода скажем, что часы Big Case G-Shock – стильные и практичные модели. Где бы вы ни находились, в воде, на суше или даже в воздухе, часы составят вам компанию, а их функции пригодятся в самых различных ситуациях.